16 башмаков. Каждая 3 тонны, да, нависит? 225. Вот актуальная композиция, актуальная песня на радио. Вот это будем снимать, окно в жаркую погоду. А, все будет проветриваться. Будем делать сейчас для открытия. Обрабатывать все будем. Маски, перчатки. И все вот эти моменты. Просто смотрю, какая-то разница, да, думаю, неужели такой прозрачный психолог? У Артема ставят кондиционеры, а мы ушли этот, у нас подогрев есть, то есть на холодное зимнее время мы можем работать с подогревом, у нас под лавками стоят. А, ну да, там этот, дырки даже. Нет. А, вот у нас печка, значит, вот здесь тепло будет. Когда осень, там зима. Ну, вот ветер, да. Никаких проблем. Тем более окно открыто, чувствуется, что ветровая, это хорошая нагрузка, да, даже по деревьям. Ну, что, прекрасный вид, да? Да, вот сюда посмотри, здесь такая красотища. Каждый раз пытаюсь, как я уже, ну, не знаю, сбился со счета. Ну, вот ребята, смотришь на разное каждый раз. Каждый раз обращаешь внимание на разное. То есть тут 360 градусов, и постоянно что-то выглядываешь. Там домик, думаю, что ты не видел это. Ну, наверное, полтора месяца готовлю к нему. Шикарно. Ань, ну можно с вас брать пример. Ну и парк видно, видно, да, как на ладони. Пожелания, приветы. Настроение поднимает. Не, ну колесо в обозрении в советское время главное аттракционное. И города соревновались в количестве колес. Короче, мы решили уйти от кондиционера, не ставить кондиционера сюда, потому что это лишняя, как сказать, понимаешь? Когда, естественно, проветривание, это гораздо лучше. И мы сейчас сделаем часть кабинок вот с одним стеклом, часть кабинок, вот как будет жарко, все будут без двух стекол. Стекла снимаются, съемные, два стекла снимаем. Но холодную погоду обратно ставишь.